Сходили на ужин и сейчас пошли погулять по улочкам. Целая куча всяких сувениров, конечно же, магнитиков, пляжных принадлежностей, тарелочки. Вон тарелочки какие красивые. 10 евро большие, маленькие. По 6, по 8, по 5 есть. Очень красивые. Браслеты всякие разные, какие хотите. Красивые под пряности, под оливковое масло. 14 евро баночка такая. Брелочки с моими совами любимыми. Ой, сколько тут всего. Эти по 1 евро. Ну какие симпатичные, смотри. Угу. Видишь, да? Да. Всего-то за евро. Да. Мне вот сверху эти нравятся, вот эти нравятся. Город тоже, да. Кайф. Чего ты? Зеркальный лабиринт. А, нет, спасибо большое. Я его недавно вспоминала, этот лабиринт. Вот, это парашюты их знаменитые. Натуральные продукты. Вот такое. Такое нужно привезти обязательно домой. Хорошая вещь. Вкусненькая и очень вкусный вот этот сыр. Мороженое. Здравствуйте. Ягодная, симпатичная. Вишневая. Я здесь. В общем, такая улица прогулочная по набережной, где, как во всех курортных городах, продают сувениры с изображением местных видов, кружки, мороженое, пляжные принадлежности, полотенца, тапочки. Вон пицца какая огромная. Вон такое. Здрасте. Все как-то приличный. За 2 евро. Школа плавания — гарантия успеха. Меня уже никто не научит плавать. Никакой гарантии. Везде мороженое, кукуруза. Мы увидели лангустов в аквариуме ресторана. И рыбка. И рыбка. О, какой красавчик. Такие яхты шикарные.
пришвартованы. Смотрите, какая вода. Прямо изумрудного цвета. Класс. И вот напротив как раз старый город. И большие яхты, и маленькие такие катерочки стоят у причала. Рыбацкие. Вот и все.